что пришла за целью как бы поиском инвестора, то есть я для себя, ну, то есть как в рамках обучения получила очень много полезного. Угу. Благодарю, Франчика. Не сломал предакселератором мое видение туда, куда я иду. Угу. И я теперь понимаю, зачем мне это надо. Идем в акселератор на 12 недель? Да. Мне выстроился путь относительно того, что да, франчайзинг точно наш путь. Угу. И подсветили мне те области и отрасли, в которых я вообще не смотрел. Пришли на франчкэмп, получили больше 120 лидов на самом франчкэмпе. Нам нужно было принять решение, идем мы в аксель или нет. И после этих двух дней, естественно, такой вопрос отпал. Мы получили за два дня выжимку максимально полезной информации, которая необходима каждому франчайзи.